Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Мы продолжаем нашу беседу по посланию апостола Павла к римлянам. И напомню, что мы разбираем и следуем 8 главу, которая в целом вся является описанием духовного делания, умного делания, духовной борьбы, невидимо происходящей в человеке, когда человек должен, сам он волей обстоятельств поставлен в такие условия, что в нем проявляется действие закона мира и закона греха, и у крещенного человека проявляется иной закон, рождаемый духом, от которого он теперь рожден и который в нем живет. И человек должен отвергать плотские помышления, греховные помышления и, принимая все время духовные помышления как духовные импульсы, побуждающие его к деланию того, что угодно Духу. И вот постепенно такая жизнь, утверждение себя в помыслах духовных приводит к тому, что только вот это духовное начало, в котором утвержден ныне человек, становится действительно единственным законом его жизни, проявляется в нем во всей полноте, во всей целостности человеческого существа, и действительно человек становится весь духовным. Ни одно плотское помышление, греховное помышление не может даже родиться внутри его сознания или внутри его тела, потому что все покорено Духу. Вот это состояние, точнее скажем, этот процесс и есть то, что святые отцы называют стяжанием Святаго Духа. Не то, что человек должен взять этот дух, стяжать – это значит приобрести. Не то, чтобы этот Святой Дух человек должен взять где-то на стороне. Он ему уже дан. Но он дан ему таким образом, что дальнейшее укоренение и принесение плодов этого Духа Святаго зависит от человека, от его воли, от того, будет ли он постоянно исполнять те воления, те импульсы, которые дает ему Святой Дух для того, чтобы человек воссозидался, возрастал в духе и становился духовным, каким, собственно, и создан каждый человек, и к чему он и предназначен самим фактом своего бытия, и человек может это отвергнуть и вернуться на жизнь по образу мира сего, по страстям и похотям, ко греху, и постепенно заглушить в себе духовные импульсы, вернуться совершенно к плотскому мирскому бытию, стать совершенно плотским, и такой человек не может наследовать Царство Божье, потому что в Царство Божье входит только духовное. Но духовное не в смысле, как мы на бытовом уровне понимаем духовность и бесы, духовные существа, а не падшие духи, а духовное в смысле то, что живет Святым Духом. Поэтому человек может испытать малую степень этой духовной борьбы, но он должен ее испытать, чтобы действительно дух, данный ему в крещении, в нем принес какой-то плод. И принесение плода Святаго Духа и означает, что человек волей своей действительно согласовался с теми импульсами, который рождает в нем благодать Святаго Духа. Воля Бога, живущего в человеке после крещения, и воля человека,
если они совпадают и согласуются, рождается некий плод. Степень вот этой одухотворенности человека, она может быть разной. По силе каждого дается дар благодати. Кто сколько может понести, но то, что эти плоды должны проявиться в человеке, есть свидетельство, что человек действительно воле своей принял волю Святаго Духа, и он в эту самую меру принятия воли Святаго Духа одухотворился и, стало быть, может, хотя и не достиг совершенства, не достиг полноты, но может войти в Царство Божье. Вот этот процесс стяжания благодати Святаго Духа, стяжания Святаго Духа, процесс подчинения своей воле, воле Святаго Духа, процесс отвержения греховных помыслов, навыков, импульсов, мыслей от себя и принятия, наоборот, импульсов духовных, и есть процесс, который, в частности, преподобный Серафим Саровский называет стяжание Святаго Духа. Кто не стяжал Святой Дух, кто не имеет его себе, и это наличие Святаго Духа не явлено плодами Святаго Духа в человеке, тот, как свидетельствует апостол Павел, не принадлежит Христу, потому что Христос живет Святым Духом, а все, что вне Христа, в Царство Божие войти не может. И далее апостол Павел, подчеркивая это свое утверждение, кто Духа Святаго не имеет, тот и не его, развивает эту мысль дальше, говоря: «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в нас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». То есть пребывание во Святом Духе, стяжание благодати Святаго Духа – это залог воскресения, залог воскресения во Христе. Не просто восстановление тела, а именно залог воскресения во Христе, подлинного воскресения. Воскресение к жизни, а не воскресение тела к смерти вечной, которой сказано кратко в евангельских словах Иисуса Христа и более ярко в книге Откровения Иоанна Богослова. Поэтому пребывание во Святом Духе для человека, для христианина является залогом воскресения. Раз он ощущает и сознает в себе пребывающий Дух Святой, как бы ни мала была мера этого переживания и этого ощущения, для него это является залогом воскресения. Поэтому мы и поем все в церкви, предстоящие за воскресным всенощным богослужением, имеем дерзновение петь торжественный гимн «Воскресение Христово видевши». Ведь на самом деле все предстоящие в церкви ныне, как и тысячу лет назад, они не являются свидетелями воскресения Иисуса Христа. Никто из нас не был в тот день у гроба Господнего. Никто из нас с мироносицами не ходил. Никто из нас на той трапезе не предстоял, когда Христос явился своим ученикам запертыми дверями. Никто на Тивериадском море рыбу с апостолами не ловил. Почему же мы говорим «воскресение Христово видевши»? Потому что если мы осознаем и ощущаем в себе начаток Духа, чувствуем это пребывание Бога в нас хоть в самой наималейшей степени, для нас это является надеждой воскресения. То есть это приобщает нас к тайне воскресения Иисуса Христа, и, как и свидетельствует о том апостол Павел, именно в силу пребывания в человеке Святаго Духа он и может являться свидетелем воскресения Иисуса Христа. Вот
как говорит, свидетельствует об этом апостол Павел. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, то с Ним и прославится, то с Ним и прославимся. То есть вот эта убежденность, вера, ощущение, свидетельство о том, что все мы не только веруем, что исторически Христос воскрес, но и являемся, можем называть себя свидетелями этого воскресения, потому что Дух, которым живет Иисус Христос, Дух, которым Его Отец воскресил Сына Своего из мертвых, Дух этот живет в нас. Дух воскресения Христова живет в нас. Он животворит нас, если только мы хоть сколько-нибудь подчиняемся за Его импульсом, Его мыслям, рождаемым в нас, и хоть сколько-нибудь покоряем волю свою к тому, чтобы следовать за духовными помыслами, помышлениями в нас рождаемыми. И, конечно, все эти духовные помыслы и помышления, рождаемые в нас Духом, они приводят к тому, что в большей или меньшей степени жизнь наша начинает восприниматься как сораспятие Христу, как духовная скорбь, как духовная страда, потому что действительно жить по духовным импульсам, по духовным помышлениям в мире, который отравлен грехом и живет по плоти, чрезвычайно сложно, потому что всякий раз надо применять усилия, употреблять эти усилия, этот труд для того, чтобы утверждать себя в духе и жизнь свою как жизнь духовную, но не в духовном мире грядущего Царства Божьего, а в этом мире, отравленном грехом и лежащем во грехе, как свидетельствует о том апостол Иоанн Богослов. И вот это состояние человека так сложно и многозначно, многопланово описанное апостолом Павлом, это состояние и есть состояние сыновства Богу Отцу, усыновление Богу. Поклонимся святому Господу Иисусу. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умышляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи. Потому что вы не приняли духа рабства, чтоб опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Автоматического усыновление не бывает. Оно в духе, который живет в человеческом сердце. Если мы не чувствуем Бога Отцом, не ощущаем, что Он наш Отец, если Дух Его не взывает в нас к Нему с дерзновенным обращением Сына к Отцу, то вопрос: являемся ли мы, усыновлены ли мы? Если в нас рождается только рабская или наемническая молитва, если мы не имеем упования на непреложность Его ответа, на непреложность Его защиты, на непреложность Его милости, если мы просто внутренне совершенно определенным ощущением не чувствуем, что действительно Бог есть не просто некая сила, некоторая реальность, некоторый закон, а чувствуем, что Бог есть мой
и наш, это очень важно, Отец, то значит задать впору себе вопрос, а почему так происходит? Ведь если я крещен, я должен ощущать Бога своим Отцом, и моя молитва должна быть исполнена дерзновенного обращения к Богу как к Отцу. Неважно, прошу ли я о каких-то духовных дарах или плачу о своих грехах, как блудный сын, возвращающийся к Отцу, я же чувствую, что это мой Отец. Я к Нему потому и иду, что это не некий гражданин, которому нет до меня дела, что это Отец, у которого и наемники питаются хлебом, неужто Он меня отринет, даже если я недостоин и называться сыном Его, но Он же Отец. И вот если эта мысль, это ощущение, это сознание хоть изредка пронизывает, то человек действительно имеет в себе начаток духа, он действительно усыновлен, как бы такой человек не казался нам немощным и неуспешным в духовной жизни, но пока он борется с грехом и взывает о милости к Богу с дерзновением заблудшего сына к Отцу, он в духе и имеет надежду на милость, не только милость, на Царство Божье, на воскресение к жизни. Когда это дерзновение сына к Отцу потеряно, впору задать вопрос. Этот вопрос, на который отвечают очень многие святые отцы, и очень многие ставили этот вопрос перед своим вопрошанием, то есть перед своим, как часть своего личного опыта и переживания. Об этом написано и у Симеона Нового Богослова, и у преподобного Серафима Саровского, и у праведного Яна Кронштадтского, и в книге Авве Старец Силуан написано об этом. То есть этот опыт достаточно хорошо известен православной святоотеческой традиции. И там, читая эти книги, обращаясь к этому опыту, можно попытаться найти ответ на то, почему со мной, именно со мной это происходит. Но чаще, хотя причин великое множество, но чаще это происходит потому, что человек не имеет любви к другому человеку. Нам дана молитва не «Отче мой», а молитва «Отче наш». Мы должны ощущать, что стремиться к тому, чтобы ощутить и почувствовать, принять как данность, что человек, стоящий рядом со мной в храме, человек, живущий рядом со мной, это брат мой, что у него тот же самый Отец, что и у меня, что Бог не только мой Отец и мой Творец, но Его Отец и Его Творец. И относиться так, как будто это не абстрактно «О, брат», а действительно почувствовать, что у него есть Отец, который и на меня смотрит, и на него смотрит. И за меня умер, и за него умер. И меня желает оживотворить своей кровью, и его тоже. Если человек игнорирует вот эти представления о брате своем, если человек не собирается никак смириться, принять брата своего как сына того же самого Небесного Отца, тогда очень трудно бывает человеку почувствовать своего Небесного Отца и ощутить дух усыновления, живущий в нем. Поэтому не случайно очень многие святые отцы так и пишут, что любовь к ближнему, служение ближнему, забота к ближнему есть путь к Богу. Это действительно так. Бог открывается нам и дает нам познать самого себя в самый момент крещения, может даже раньше, и такое бывает. И Он сочетает нас с собой в день нашего крещения. Но чтобы утвердить себя в этом, в этой благодати, чтобы возрасти в этой благодати, чтобы действительно чувствовать, что Бог наш Отец, надо избрать для себя путь любви к ближнему, путь служения ближнему, иначе Бог так и не откроется
никогда для нас. И далее апостол Павел поднимает мысль человека на как бы вселенскую высоту, на вселенский размах, на взгляд с высоты бытия всей вселенной. Он пишет: «Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Все творение страдает из-за человека. Вся смерть этого мира, грызня одного животного другим, тление, прах, смерть, гной, трупы, все это из-за того, что согрешил человек. Сами измененные стихии, холод, мороз, засуха, микробы и прочее другое, вот состояние тленности от всего мира, за все это ответственность несет человек. И сам человек страдает, и все вокруг него страдает, хотя творение не виноват, но одно целое с человеком. И апостол Павел говорит, что страдание вообще – это неотъемлемая характеристика здешнего бытия. Оно всем и для всех общее. Даже тем, которые пытаются каким-то образом уклониться от страдания, они не могут. Страдание все равно настигает их, потому что этот мир – страдание. Даже животные, которые не грешны, которые не знают Бога, которые не знают тех мучений и страданий человеческого сердца, они страдают, хотя ни в чем не виноват. Этот мир – страданий. Сам совершенный праведный человек, который не сотворил никакого греха, Господь наш Иисус Христос, Он страдал. Это юдоль плача, как называет ее Священное Писание на славянском языке. Это место, где люди обречены плакать. Это состояние потерянного рая, состояние мира, оторванного от Бога. Но с верой во Христа, с верой оно становится спасительным, если человек принимает это как определение Божие, принимает с терпением, и если благодать Святаго Духа утешает его в этих скорбях и трудностях, и вдохновляет терпеливо их переносить, что и действительно происходит с верующим человеком. Не случайно, например, книга архиепископа Луки, святого архиепископа Луки, так и называется категорично: «Я полюбил страдания». Потому что действительно человек в Боге способен изменить свое отношение к образу бытия в этом мире. Оно всем страдальческое, но в Духе Святом человек обретает правильное отношение к страданию и понимает, что страдание есть путь, который возводит его к потерянному им Богу. Путь, который помогает ему действительно обрести те правильные импульсы, то правильное устроение, которое становится постепенным восхождением человека к грядущему Царству Божьему, в котором не будет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечна. Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость всему миру.